У нас эпопея продолжается. Забором в моем месте начали забор тянуть, забросили. У меня дела, у друга дела. Вот. Естественно, я был в чистом, там занимался своими делами в отпуске. Сейчас видел жара, и мы продолжили по солнцепекам заниматься этим вопросом. Здесь у нас еще вкусняшка такая. Пора пришел. Ругается. Давай. Давай. Сейчас натянем. Вот пожалел статью, видишь какая? Приспосабливай. Тогда дергай. Да? Давай, привязывай. Куда вяжем? Ну как-то так. Да. Ну тогда здесь меточку, где мы хотели, стоп. Где я, наверное, стою, да? Да, вот так вот. Вот где я стою, наверное, да? Да, и мы так. И мы туда вот шарахнем. Да, давай здесь стой. Палку нести, да? Еще. Ну пилку тащи уже эту куницу. А, это мотобой тащить, да. Сразу. Ну давай. Ух! Такая лунка. Мотобор у нас взят на прокат. Еле пыхтит, еле пердит. Чего? Я говорю, мотобор у нас еле пердит, еле пыхтит. Ну что, лопату есть? Да? Лопату, ведро надо сочистить. А ведро где у нас заныкано? Ведро где-то стояло, ты им завела.
Наверное, вот там на веранде. Сейчас смотрим. Не, давай еще сантиметр здесь. Малова. Малова? Вот два уже сделали. Два готово. Вот там забор сделан по этой же технологии, стоит как вкопанный. Столбы, щебень и больше ничего. Главное по уровню поставить, затрамбовать, и все будет чики-пуки. А чего хочешь? Я думал, оттуда начнем гнать столбы. Я все унес. Так возьми тогда хоть уровень. Я сейчас все возьму. Мы же договорились оттуда тянуть сюда уже их. Не. Я все уже утащил. Дело сдвинулось с мертвое место. В мае это было кайфовее бы делать, да? Жары такой не было. 2 метра. 2 метра. Прям на кусту, а? Нет, вот. Рядом? Понял. Кидаю. Пошли столбов сразу принесем. Пойдем за столбами. Thank you.
Да. Правда, мы сделали, видишь, по центрам здесь. А надо да чуть... Там плюс-минус, ну ты чего? Привинтим доску, будет все хорошо. Самое замечательное заводе жизнь. Леша. И надежная практика. Да? Нет, просто когда бил, смотрю, он остановился, засыпает. Все равно это все. Машина яростных атак. Центра. Thank you.
какой-то перерасход, может, все неправильно делаешь? Нет, нет. На всем плите растет солнце открытие. Да тоже здесь засыла, тоже стример. То же самое. Что-то мучше тут. Да? Ставил нахуй. Да он, сколько его, блин, заграчили, он... Сколько, ты не знаешь, сколько он в аренду сдает? Ну, понятно. Приварим. Ну, у нас полоса-то есть. Приварю, дырки прожгу и все. А если надо уже смотреть? А что если вот по веревке надо такие знать, да. Дальше пойдет нецензурная лексика. Потому что мы уже в перегреве. Нас ожидает еще впереди 12 столбов. Вот, технология вам рассказана, показана. Применяйте у себя. Это на тяжелых грунтах. Типа глина, а-ля торф. Вот, столбы стоят шоколадно просто. Вот так прямо. Ну, друзья, ушатались в хлам просто с этими столбами. Столбов всего 16 штук. А глина сухая, местами мокрая, это идет хорошо. Вот, засверлили буквой Г, буквой ЗЮ, так называемой. Футболка у меня вся насквозь, мокрая. И вот такая красота у нас. Такая красота. Вот эти кучи, это в прошлый раз вырубал все здесь. Здесь был лес дикий. Ну, примерно вот так выглядело все. Целый день я бегал с ножовкой, с топором. Благо топор был хороший, Фискарс. Рубил на раз-два все это. Ну, ножовкой там, где не достать, топором уже было. Вот. У нас такой канал идет, выкопанный дренажный. Вот такой пруд. В пруду водится карась довольно-таки здоровый. Ну, на килограмм-то точно. Я его сам лично видел. Вот там вот в берегу стоял, грелся. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите, ставите лайки. Пишите в комментариях, нравится видео, не нравится. Вообще, стоит ли мне снимать видео про то, как у меня идет движуха
Московской области, о том, как идет движуха. Вот у друзей помогаю. Помогаю им, друзья помогают в тяжелую минуту мне. Тяжелые времена у меня настают, как обычно. Это перед отпуском надо заработать денежку. И после отпуска, когда у меня после отпуска денег нету, я помогаю друзьям, они мне помогают. Да и так, бывают у нас бартерные сделки. Кому-то помог, мне помогли. У нас сейчас жара, я не знаю сколько, 35 точно на солнце. Туча зашла, дождика не было вообще никакого. Ну все, спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. Вот так вот мы иногда делаем чудеса. С вами был Алексей.